Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хаунт. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Long Dark Episode 4. Это уже третья серия, как мы гуляем по тюрьме, как мы пытаемся спасти кое-кого. А кого ты можешь посмотреть в прошлых сериях, ссылки будут в описании и в подсказках. Вот, тебя жду там. Если вдруг не смотрел у меня ни разу, не знаешь меня, кто такой, то пожалуйста, не забудь посмотреть первую и вторую серию по этой замечательной игре. У нас есть текст, записка выброшенная, записка с подробностями о медикаментах. Опа, опа, а вот это сейчас я прочитаю. В общем, те, кто знают, сюжетку тебе будут смотреть, а те, кто не знает, прошу познакомиться с прошлым материалом. Читай. Доктор Чайлдс, с главных ворот поступил сигнал о происшествии у подножья холма. И я передал нашу аптечку одному из служащих, который собирался взять грузовик и поехать туда. Наверняка опять волки, они в последнее время сильно оживились. Дело в том, что в этой аптечке наши последние запасы морфина и хороших антибиотиков, в кавычках. Обязательно проверьте запасы и скажите еще, как только сможете. А, закажите еще, как только сможете. Спасибо, Бабби. Ага. То есть какой-то чел собрал лекарство и свалил нахрен. Прикольно. Прикольно, жмем на букву М. Карта появилась, ты смотри. Наконец-то у нас появилась карта. Это что такое? Это тюрьма, а это что такое? А, прикинь, вот это вся карта. Я потратил, чтобы пройти отсюда вот так вот. Я потратил целую серию, вторую. Офигеть. И просто, чтобы такую хрень пройти. У нас есть локации вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот, офигеть. Короче, ребят, у нас с вами очень долгие, огромные приключения. Записки опоздавшего работника. Ну-ка. Ага, сначала надо найти. Последний раз его увидели, когда он спускался вниз по реке, у перекрытого моста к югу от тюрьмы. К югу от тюрьмы. То есть тюрьма вниз у моста. Ну-ка, давайте карту откроем быстренько. Ой, я запутался в клавишах. Вот. Смотри, наверху пишет. На один предмет. Найти следы про... Да. Вот он, вот. А, это разные вещи? Нифига себе, я думал, к югу от тюрьмы у моста где-то есть вещи, речка такая идет. Я думал, это здесь. Но, походу, не здесь. Так, сбросаем это все. Дело книги нам не нужно, это все не нужно, не нужно. Я уже, по-моему, это все улетал в прошлой серии. Поэтому оставляем. Будем уходить. Дверь открыта, слава богу. А то в прошлый раз мне сказали, сначала пройди квест, а потом будешь лутать. Здесь что? Первый этаж. Дверь, вот, нифига не видно, честно скажу. Не видишь не только ты, но и я, поэтому... Поэтому не переживай, что у тебя будет темный экран, чем-то еще. Главное, что звук у меня в порядке. А это не может не радовать. Что у нас есть по весу? По весу у нас все очень плохо. Банки. В смысле использовать? Поверну. Дурак, что ли? Выбросить банки. Нахрен они не нужны. Они просто вес заполняют. А у меня вес за выпкой ты не видишь. Да подожди, у меня вес огромный. Давай дверь закрою, чтобы ты не замерзал. Вот так вот, стой. Все, не мерзни. Мы можем выбросить немного воды. 2 литра выброшу, потом, блин. Я знаю, что буду потом в конце об этом сожалеть, но что поделать? Что поделать? Дверь закрой. А, ясно. Я думаю, дверь закрыта? Серьезно? Подожди, что там на первом тоже. Ага. Ага. Тут, слава богу, все закрыто. А, это я просто круг дал по тюрьме, серьезно? Фига себе, придурок. Так, ну-ка еще раз. У меня появилась карта. Вот, это означает что? Это означает, что мы сейчас можем тупо нахрен свалить. Это ящик для угля, это мы хорошо, я это все знаю. Опа, мама, блин. Подожди, это что у меня есть ключ от тюрьмы. Меня вообще выпустить нет отсюда? Или как? Я что-то немного запутался в сюжете. Немножко, прям совсем. Да, могу! Вот это красава! Вот это молодец! Заходи. А, дверь закрыть можно, пожалуйста? Чтобы никто не видел, что тут луна, что-то бегаю где-то. Как-то дверь... Ой, фу. Записка. Крайне агрессивный волк. Ну-ка. А, блин, я не прочитал. А я не прочитал записку. Можешь прочитать, пожалуйста? Там, потому что крайне агрессивный волк, это, мне кажется, очень важная штука. Где? Вов, крайне агрессивный волк. Проверь. Опа. Найти пещеру с... А, вот пещера. То есть я еще кого-то должен замочить. Вы что, охренели? Я пришел в тюрьму, а не, знаешь... Да я понимаю, что слишком много вещей, брат, но что я сделаю? Ну что такая жопа ленивая, задолбал. Ну даже погреть себе поесть нормально не сможешь. Печка какая-то, блин. Зачем тебе печка? У тебя записка. Еще записка. Да вы задолбали! А, продовольственные пайки. Нам нужны добровольцы, чтобы разобраться со свалившимися на нас пайками. Сегодня вечером в казармах мы с поваром займемся их распаковкой. Если попадется что-то путное, то сможем оставить себе. Подходи к себе, если хочешь узнать. Забирай. Опять квест, да, какой-то получил? Ну давайте, покажите уже квест мне. Нету квеста? Спички?
Такая хрень, книга не нужна. Стул, ведро. Оружие есть? Блин. Пистолет! Пистолет! Ну это рассказывается про пистолет. Хлопушка. Хлопушка! Новое оружие хлопушка. По-моему, такого оружия никогда не было. Хлопушки хорошо отпугивают диких животных. Под вебкой написано, видишь? Вот, как-то... Так, открывай дверь. Я имел в виду другой открывай дверь, не прямо открой и выйди. Я имел в виду просто открой дверь. Зачем ты вышел сразу отсюда, дурачок? Ладно. Мне нравится меню загрузки. Медведь справа внизу, ты, наверное, мог заметить. Выглядит довольно симпатично. Так, по еде что у нас? Блин, банка кофе вообще ни хрена не весит. Банка персиков, сируп. Ананасовый сироп. Ой, извините, извините, дурачок Дима. Блин. Я вообще не понимаю. Вроде бы все так много весит, но с другой стороны, а чем много весит? Ничего. Ладно, разберемся потом. Надеюсь, мне персонаж не дохли какой-нибудь. Хотя, хотя я играю в Long Dark, блин. Мне всегда у меня во всех онлайн-играх, вот как онлайн, во всех survive-играх, все персонажи были дохлики. Поэтому живем F5 и погнали. Либо себе ногу по пути не сломать. Вот, пока что меня килограмма ограничивают в том, что я медленно хожу. Медленно бегу, медленно хожу, быстро очень устаю, и все. Это максимальное ограничение, которое мне дает рюкзак. Не, не максимальное, это минимальное. F9. А подожди, в смысле F6? F6. Смотри, я увидел труп охранника, да я надеюсь, ты тоже это заметил. Вот. Поэтому нам нужно что? Нам нужно сейчас быстренько поменять управление. Я заметил труп охранника. Ты тоже его заметил, это означает что? Нам бы найти как-нибудь винтовку. Винтовочку. И сходить бы туда. О, олень есть. Ну блин, оленье мясо типа... Пока вообще не до тебя, олень. Пока вообще не до тебя, поэтому ты сегодня живешь. Тебе сегодня повезло. Че у нас там? Блин, тут лед. Опасно двигаться по льду. Хотя олень ходит как-то нормально. Но олень легче, чем я, мне кажется. Если бы олень тоже таскал на себе... какие-нибудь огромные эти... рюкзаки, он бы также охранил. Такой... Идет, не может подняться. Не может встать, не может на шифте бежать. В общем, так вот. Ну, знаешь, просто мысли вслух сейчас рассказываю, чтобы тебе не было скучно смотреть C-ролик. Ну, ты можешь пока что, если ты новенький зритель, ты можешь пока быстренько поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий мне о том, что я быстро говорю. Ну, это я знаю. Я это знаю. Ну, это для тебя специально я сделаю вид. Типа, я удивился. Я быстро говорю, да, ну. Что у нас тут наверху есть? Какой-то завал. Смотри. Если бы я пошел снизу, я бы нарвался на какой-то зал. Это, возможно, то самое место, где мы начинали игру. Помнишь, когда меня несли на носилках? Это я спрашиваю тех, кто смотрел первые две серии. Это, наверное, оно есть. То самое место, когда меня несли на носилках. На... Даже домик вон там есть. Там зайки бегают, прыгают, отлично. Пойдем сходим в эту машину, сядем. Машину быстренько сядем, залутаем машинку. Ружье! Чат! Чат! Ружье! Наконец-то! Я дождался его, блин! Это же ружье, ё-моё! Я думал, что никогда его в этой игре не найду. Я, конечно, знал, что в этой игре есть ружье. Ну, блин. Клянусь, я не думал, что я найду его. Вот, да! Найс! Найс! Я уже путаюсь в своих мыслях. Отлично! Теперь я смогу, как нормальный человек, убивать волчар помойных. Хорошо, умничка. Все, выходи. Мы зашли, спрятались, перезарядили оружие. Теперь уберем его. Давай как-нибудь с собой выбросим, у нас с собой килограммов до хренища. Ага. Сейчас будем сидеть так вот на морозе. И... Да ладно тебе, не ври. Ничего ты тут стопки охренел. Быдло. Ну давай сейчас скажи то, что ты... Ты это мне сказал? Ты это мне сказал? Все, они. Сейчас, наверное, будет нож. Врывается. Он берет этот раунд. Какая жесть. 1-4 симпл. Дорогие друзья, всем привет. С вами Александр Симпл Костылев. Я вам сейчас буду рассказывать, как правильно стрелять из охотничьего ружья по волкам. Вообще, задача сложная. Убить кого-то. Это, к этому надо подготовиться морально. Во-вторых, нужна практика на мишенях. То есть,
целиться там по мишени всякие, по баночкам. Опа, риск переохлаждения. Ага. Замерзнуть, говорит, может, ты придурок? Ты мне-то не рассказывай. Я в эту игру играю уже 1000 лет, поэтому я знаю, как можно замерзнуть, как нельзя. Нам нужно найти какую-то лачугу, чтобы спрятаться. Во, например, пещера или что это, я хрен знает. Аккуратно спускайся, не разбейся. С рюкзаком, кстати, когда у нас переполненный рюкзак, мы можем разбиться. Он справа внизу. Ты можешь заметить такой грузик. А если мы пойдем по горке, то появится еще и значок. Не, пока не появляется, я не знаю, как его искусственно вызвать. Ну-ка. Ну-ка. Сейчас, смотри, над патронами. Питон появилось красное. Это означает то, что я могу сломать себе что-нибудь. В конечности. Вот, в пещере уже можно разжечь костер, мне кажется. В пещере ветер не такой сильный. Или наоборот сильнее стал, короче, пофигу. F5 нажми на всякий случай. Ну блин, я не хочу рисковать, не хочу рисковать, там вдруг ничего не будет полдороги опять. Поэтому давай сядем где-нибудь здесь, вот так наверх поднимемся. Вот сюда. Тут себе сделаем костер. Где как костер делать? Костер. Не понял. Костер. Мне нужен 100% шанс на книгу, да, с помощью книги. Шанс 95%. Это не 100, но 95, это очень много. Я тут прикинь бы, мне в CSGO на моих стримах... Мне в CSGO на моих стримах был шанс 95% на ВП. Брат, я понимаю, что тебе холодно, ну что у нас? Чувак с 5% шансом провала провалился. 5% на провал и... Вот тебе 5%. Давай, камон! Тебе все уже говорят, я говорю, волки говорят, главный герой говорит, все говорят. Да слава тебе богу. Так, что у нас... Сработало. Добавить топливо. Может уголька докинуть? Сколько он будет по времени? Хрен знает, да сколько будет по времени? Ну блин. Давай уголь кинем. Чё, сычёмся? О, смотрите, всё. Огонь погнал. Огонь погнал греться. Ячейка для готовки. Готовить. У нас чашка кофе. Разогрей. У нас ещё готовить. Банка персиков. Пожалуйста, тоже разогревай. Просто пока откроет их. И все у нас будет греться. Главное сейчас не пережарить их, видишь? Написано «До готовности». Нам нужно дать это время до готовности. Я тебе, наверное, 5 сейчас быстренько обрежу, чтобы ты не скучал. Так, он горячий, отлично. Да, при горании 30 минут. То есть чашка кофе может сгореть, прикинь. Обычно у нас по-русски говорят до выкипания, тут прям до пригорания. Прикинь, кофе сгорит у тебя в кружке. Пусть оно сгорает. Мне сейчас важно в первую очередь покушать, а потом уже попить. Видишь, у нас глазик внизу, то есть глазик — это выносливость. А все остальное там капля воды, это понятно, питье, желудок, еда, понятно, температура, понятно. Вот сейчас мы с тобой дождемся, пока приготовятся персики, и уже потом будем запивать это все банкой кофе. Обычный такой полдник французского гурмана. Все, мой персонаж наконец-то согрелся. Наконец-то все у него хорошо. Костер будет еще гореть долго. Ну и у меня нет выбора. Типа, что я буду сидеть просто так около костра, если я могу просто бежать уже. Я поправил себе немного... Что там поправил? Перчатки новые себе, короче, надел. Я водительский нахрен выбросил. У меня, оказывается, с собой были варежки, я забыл про них. И также с собой... Учтите, что вы должны передать. Я с собой забрал кружку кофе. Я ее не выпил. Ну блин, у меня рюкзак полный. Понимаешь, в чем проблема? У меня полон рюкзак, полон всякого барахла. А, опять же, ну нас разделяет игра в сам... Ладно, пойдем что-то найдем. Сотрудник не вышел на работу. Вот. А если мы найдем живого человека? Прикинь, сколько у нас его сразу откроется перед нами, если мы сможем найти кого-то еще живого? У нас есть хакерша. Прикинь, если мы еще найдем охранника, кореша, который нам сейчас расскажет какие-нибудь планы, подарит нам свои ключи от камеры или еще чего-нибудь. Будет очень круто. Поэтому плюхи, доп-квесты, всякие DLC нужно проходить, наверное, сейчас. Ну, мне так кажется. Если у тебя есть свое мнение, напиши в комментариях о том, что думаешь. Зря я иду, не зря. Есть у нас прыжок. Смертельный, походу. Во-во-во! Как в Майнкрафте мне учили спускаться, так же и... Там зайка, кажется, прыгает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, умничка! Умничка, главный герой. Аккуратно, неторопливо. На картонах спустился, умница. А я же русский, я на картонах. Шарю, как сидеть. Это что такое? Горшок, скамейка, насрать. Там что? Банки супа нету, ничего не вижу. Пофигу. Поднимайся. Блин. Вот очень плохо, наверное, что в этой игре нельзя прыгать.
Ну, наверное, плохо, я хз. Может, хотя бы перелазы добавили бы какие-то. Резиденция тюремщика. Ты это слышал? Я нифига не понял. Но ружье с собой возьму на всякий случай. Почему вдруг заплакала эта тварь псинская? Я не понял. А мы... Я что, настолько урод? Или меня... Или это волки? Как ты пытаешься меня позвать к себе? Типа... помоги! Наш хозяин! Он умер... Что это может означать, чат? Почему волки приходят и скулят на меня? Я не понимаю. Так, стучу у нас, спальный мешок, кто у нас есть? Это что такое? Чемодан. Ну-ка, быстрее, пожалуйста. Свитер! Нифига себе, что у нас тут за маминкин сынок жил? Так, братан. Пролазь, блин, придурок. Ящик мы... Топор! Найс, топор нам нужен. Топор нужен. Пустая банка не нужна. Это что за еда? Корм для собак, пофигу. Я схаваю. Я человек, нет, не брезгую. Такие кедровые штуки тоже забираю с собой. А у нас теплый еще кофе, нет? Кофе теплый, нет? Холодный, да ёб, просто пока бегаю, кофе остыло уже. Надо кофе пить. Но пока полутаем ящик. Пусть чувак пока мёрзнет, голодает, все это делает. Банка с горючим, штаны. Вот. Ну, по крайней мере, нам сейчас ясно, чем будем заниматься в ближайшие 5 минут. А где мы, чувак? Ага, то есть чел там он лежит. Надо идти туда, в ту сторону. Попозже. Сначала нам надо согреться. Давай сделаем костер. Становится тяжело, да ты чё? А я вот так и не понимаю, да, то, что тебе тяжело. Братан, я же тоже человек. Для тебя, наверное, это новости, но я тоже человек. Разжигай. Тратим все книги, что у нас есть. Книги, оказывается, таскать вот для чего нужно. Чтобы разогреть костер. Подкинуть уже ты можешь потом. Не надо сразу разжигать костер с помощью там угля. Сразу же с помощью дровишек. Нет, книга, идеальный вариант. Разгорается костер. От бочки уже 23 градуса жира, 24 градуса жиры. Мы могли бы сделать побольше, но я не хочу. У нас есть какие-то чипсы. Давай сначала схаваем самые испорченные. Самые испорченные сначала схаваем. Самое такое дерьмо еда, что у нас есть, мы схаваем. А почему нельзя погреть? А не вздутую, видишь, написано вздувшаяся. Скорее всего, она испорченная, я еще отравлюсь. Помру, не дай бог. Выбрасываем. Калорий. Очень много калорий, тогда оставляй. Давай тогда сразу схаваем вот это говно. Потому что, блин, когда выживаешь, у тебя нет выбора. Есть, не есть, есть. Только есть. Чтобы выжить, нужно человеку кушать, понимаете? Давай пока быстренько откроем капот. Аккумулятор ясно, закрывай. А в машине есть что-нибудь? Я лутал, нет? По-моему, не лутал. Радио. В бардачке есть что-нибудь? Патрон. Ключ от тюремного шкафчика номер 3. Откройте, я открою, хорошо открою. Спасибо, что мне дали квест даже ради этого. Что там с кофе? 15 минут нормально, я успею 15 минут еще что-нибудь поделать. А вот нечего, собственно, делать. Тут реально тупо нечего делать. Просто стоишь, ждешь, пока у тебя сгорит кофе и балдеешь. Выпей. То есть кофе твою утоль... Это, жажду... А, вон, смотри, плюсик появился у глазика. Это прикольно. Что у нас есть еще? У нас куча одежды появилась. У нас куча одежды, у нас теперь есть выбор. Давай, пожалуйста, посмотрю на кепку. Ну, тут без шансов, не, без шансов. Кепки единственный плюс, то, что она весит мало. Но фигня, мне надо греться. Носить, пока на улице такой мороз. Дубак. Офигеть мне выбор. Выбор просто нереальный. 09-4-42. Блин, приличная шерстяная рубашка, только лучше получается. Tomorrow. Все, найс, у нас с вами куртка лучше стала. Ладно, побежай тогда уж. Че уж, время действия закончилось, ну что поделай. Все у нас рано и поздно в этой жизни кончается. А карта, можешь карту открыть? Мне каким-то макаром нужно попасть вот сюда. Кажется, проход есть, да? Ну-ка. Я ружье с собой не взял почему-то. Ружье возьми с собой, придурок. Возьми ружье, пожалуйста. Спасибо, дорогой. Я его не почистил, блин, бестолочь. Почему не почистил? Ружье пока стояло у костра. Ладно, потом сделаю. На следующем перерыве нам нужно будет с вами почистить ружье. Если мы не почистим его, то ГГ. Мы будем мазать, оно быстрее сломается, там, взорвется, не дай бог. Блин, это же ружье. Страшная тема, ружье. Мы с вами должны дойти... Это мох? Да, это тот самый мох, который можно собрать. Я просто помню, мы как-то нашли его в каком-то из ящиков. Попозже мы с вами, когда к нам пригодится, нам поймем, как им пользоваться. Ё-моё. Нам сюда?
Да, верно, сюда. Ну-ка, аккуратно, 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 упадем, не дай бог. Вот так вот перебегаем. Я не буду смотреть вниз. Специально. Он же тут лежит, верно, охранник? Ну-ка, карту возьми. Да, охранник где-то прям сзади нас лежит. Мне кажется, мы сейчас прямо к нему и спустимся. Ну-ка. Спуск есть нормально? Вот нормальный спуск, отлично. Нормальный спуск есть. Спускайся. Ай! Ага. Блин, мне кажется, я сейчас спущусь, а потом не поднимусь обратно. Аккуратно на шифте. На шифте, на контроле спустились. Лишь бы медведь... Блин, вот я хочу, я не клянусь. Я хочу, чтобы это место было тем местом, где мы с вами начинали игру. Но по идее охранник тут лежит. Как я не увидел охранника первый раз, когда я бежал, не знаю. То есть в интро. Не знаю, не знаю. Прикинь, наверху лежит он там. Это же вообще скам века будет, если он там лежит. Походу так и есть. Триндец! Триндец! Вот это... Чат, увидели, да? Увидели, да, что это значит? Я надеюсь, моя ошибка скоротала или сократила времени многим из вас. Спасибо! 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 Я надеюсь, я вам многим помог. Я многим помог своим косяком. Тут какая-то еще пещера есть, я не понимаю. А может реально? Тут где-то пещера есть? Блин. Ну-ка, а Макар, есть какая подсказка? Сотрудник не вышел на работу и пропал без вести. Говорили, что он переходил реку, типа. Вроде бы. Он же реку переходил, да, ребят, кто помнит? Я читал в начале серии, кто помнит? По-моему, еще реку переходил. Ну-ка. Поднимайся обратно, дорогой. Мне кажется, мы сейчас на горе... А, ясно. На горе, говорит, придурок. Ты сел на эту гору, поднимись. А потом так смело заявляй. На горе, не на горе. Оп. Не, ГГ. ГГ. Надо, наверное, обратно идти вниз. Все-таки внизу, да ну. Да не может быть, что он внизу сидит. Да не, он, наверное, там как-то в горе застрял. Блин, тут я расшибусь. Давай еще раз. F6. Если я перепутаю кнопки однажды, я в таком дельте буду. Должна быть F5 и F9. Это, блин, классические кнопки. Да ну не может, да ну. Давай вот еще раз спустимся. К счастью, у нас есть сохраняловки, поэтому мы не пропадем. Да не ломайте ногу, вы позорится, стонет перед... Блин. Вроде мужик скала такой, а стонет как девочка маленькая, скину себе. Мы должны найти либо охранника, либо какие-то следы, да, его? О! Камыши? Ха. Ну, допустим. Ну, я прям в нем бегаю. Я сейчас бегаю прямо в охранники. Где он, я хз? Я вот думаю, может тут какая-то пещера есть, а вот уже мимо прошел. Может тут реально где-то какая-то пещера есть. Я должен войти в эту пещеру, либо пробежаться вообще до конца. Чтобы найти какой-то новый проход, знаешь. Но блин, да ну. Это он! Или кто это? Реально охранник. Это реально охранник. А я не верил. Или еда. Так, записка. Записка. Охранника. Страница блокнота. Порванная клочок бумаги с пятнами воды. На этот раз что-то стоящее. Цены растут. Нужно проверить, нет ли золотого песка вниз по течению этого ручья. Солнце растопило тонкий лед. Красное золото или что-то... Обыщите сейф старателя. Новая цель. Я походу, что... Наверное, не то прочитал, да? Just what I need. А под конец-то серии найти лук. Нифига себе. Я даже не поленюсь F5 нажать. Мне кажется, а под конец-то серии это очень шикарный лут. Очень шикарный лут. Тут все развалено. Ну, тут, по идее, ничего не должно быть, да? Ну-ка, а можно лук взять в руки? Я луком никогда не пользовался. Не знаю, был ли лук в прошлых частях, но я не помню, чтобы я стрелял из лука, вообще не помню. По-моему, такого не было, чтобы я, Дмитрий Хан, стрелял с лука, о, такого не было. Я легенда винтовки, да, но не легенда. Как Леголас. Возьми обратно ружье, потому что ружье это 100% вариант, с ними я справлюсь, без проблем. Палку брать не будем.
Ну, потом тогда разведу костер. Мне, наверное, лучше вернуться домой, да? Чепуха. Он меня не видит? Рубище! Чего? Не понял. Я ударил, нет? Я отбил? Я замочил его? А, он вообще плачет. Какой-то костер появился справа от меня. Блин, у меня тут кровотечение. Как это? Кровотечение, это повязка, повязка. Используй. Использовать. Найс. Антисептик. Риск заражения высокий. Антисептик самый говёный. Юзай. Короче, риск заражения вылечил. И сразу хочу сказать, что лук говно. Надеюсь, вы никогда не будете пользоваться луком, потому что я его им попользовался и понял, что это говно. Нужно учиться с ним стрелять. Я пока сидел, не понимаю, как нажать, держать, нажать один раз, нажать два раза. Как пользоваться луком грамотно, я не знаю. Я не учился, хочешь спать персонаж? Я тоже, наверное, хочу спать. Вот, поэтому я побежал домой, там, где мы грелись недавно. Себя сейчас этот момент обрежу. Волк идет. Смотри, он тоже заметил этот шикарный дом, сочный шикарный дом. И тоже, конечно, захотел в него попасть. Но у него нет шансов. Дом этот за ним мой. Я пытаюсь, конечно, от него отбиться. Хотя, что мне пытаться-то? У меня ружье в руках. Где он? Чепуха, говорит, зас... Ой, засал! Ну, понимаешь, что тут у него шансов нету никаких. Поэтому я ебну камень. И пытаюсь прямо сейчас при вас грохнуть кролика. У меня нет выбора, ребят. Красав. Не понял. Нам найти место, где согреться. Чувак, я тебя понимаю, но... собери. Мясо, забирай все мясо, что у него есть. Шкуру тоже собери. Кишки, наверное, не нужны. Потребуется час, серьезно. А, тупо из-за шкуры так... Так нафига мне шкура нужна? Кто сейчас скажет? Ой, но с помощью шкуры ты мог себе... зашить ботинки. Я найду, ребят, шкуру, не переживайте. Я себе шкуру найду, мне нужно мясо, чтобы похавать. Понимаете, мне кажется, похавать это важнее, чем починить одежду. Поэтому смотри. Вот так и делаем. Вот так и делаем, разжечь костер. Книга. Книжка. Разжигай. Все, костер разжигается, я ложусь спать, наверное, будем сейчас заканчивать. Мне кажется, тебе тупо неинтересно будет смотреть, как я пытаюсь выжить. Мне кажется, это неинтересно смотреть, как я что-то пытаюсь выживать, что-то кушать, готовить, ждать время воды, поэтому сейчас мы с тобой разбьем костер хотя бы, а чтобы ты видел, что я разбил костер, и со мной все будет в порядке. И будем заканчивать сегодняшнюю серию. Давай, камон! Говорит мой главный герой, он тоже, блин, бесит. Ну как можно с книжкой, со спичками, с палками просрать костер, не понимаю. Отлично. Вполне неплохо, согласен. Добавить топливо. Кидай уголек. А, это последний уголь. Оставь. Кидай, наверное, еловые дрова. На 2 часа! Короче, народ, я вам... Пусть он пока греется, чувак. Я вам хочу сказать огромное спасибо за то, что посмотрели эту серию. Я сейчас буду пытаться поймать тайминги, чтобы поспать, чтобы костер не погас и все такое. Вот, вам желаю всего хорошего, поставьте лайк этому ролику, напишите комментарии, как вам эта серия, что вы мне можете подсказать, там лайфхаки какие-то, интересные факты из игры, может какие-то квесты я пропустил, записки и так далее. Вот, напишите комментарии, переходите по ссылкам, кстати, под видео, там Twitch, на котором проходят стримы каждый божий день, там есть группа ВКонтакте, где я рассказываю интересные новости, показываю мемы классные, Instagram мой личный, мои фотографии, все такое. Ну все, ставьте лайки, спасибо за просмотр этой серии, увидимся с вами в следующей, и всем всего хорошего, всем пока.